28 июня этого года состоялось торжественное мероприятие, на котором собрались самые важные и значимые люди в сфере городского мирового судейства. Добрый день, дорогие друзья, почетные гости, уважаемые члены жюри. Мы рады вас приветствовать на финальном этапе конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сотрудник аппарата мирового судьи» судебного участка города Москвы 2013 года. Вот они, на первый взгляд, обычные люди, а на самом деле номинанты и победители профессионального конкурса, а также его идейные создатели, руководители и члены жюри. Этот вечер было сказано много хороших слов в их адрес. Звучало множество поздравлений и пожеланий. Первые два этапа уже позади. Но борьба за звание лучшего из лучших еще не завершена. Итак, вперед к победе! Музыкальным фоном к ним стали выступления духового оркестра «Модерн» и московского казачьего ансамбля «Вольница». Сейчас мы возвращаемся к главной интриге сегодняшнего вечера. Встречайте, московский казачий ансамбль! Вольница! Каждый финалист, а всего их семеро, подготовил домашнее задание, представляющее собой театральную постановку на тему «В суд пойдешь, правду найдешь» и видеопрезентацию. По результатам этих многочисленных испытаний и был выбран долгожданный победитель. Клаб-трейд.